дадим. Поехали. Поехали, шахматный камбэк. F5. Петь, что ты можешь сказать по поводу постановки дебюта Кириллом Шороховым? Ну... Все понятно, спасибо. Кирилл это как вот, не знаю, как... Кто читал портрет Дориана Грея? Там был такой молодой... Е4 выигрывала. Ну, вот... Я читал. Кирилл как, да, как Дориан Грей, ему одна мысль неверная, и она вот его не в том направлении поведет. Вот я однажды ему сказал, смотри, F5, какой дебют офигенный. Имел я в виду, что он смешно, что ты делаешь такой уродский ход, и потом страдаешь в барте. Это очень смешно, действительно. Нет, слон F2, слон F2. Название такое убогое, латышский гамбит. А ему понравилось, и это стало его любимым дебютом. Все, бей слона. Ты без нас справишься. Нет, я сейчас умудрюсь справиться. Бей наш H2. Давай выиграем партию лучше. Че, ебать? Да, стоп, на связке, на связке. Играй. Ну, блин. Что за человек, слушай? Давайте лучше на какой-нибудь сильный рейтинг зайдем, будем тихоходовки играть. Нет, пускай спасает позиция. Профанация какая-то. Ну, а чё такого, почему не... Ну, а чё здесь спасать-то позицию? А ты не спасёшь. Да вот я заборю её лучше, как-нибудь интересно. Блин. Хорошо. Да, ты не оригинально. Ты просто даешь, да, Никита страдает. Ой, ужас какой, Никита страдает. Ты видишь, Петя заботится о моих чувствах. Это мой тренер, нельзя его. Нельзя его бежать. Тактика. Сложнейшая. А позиции-то все выиграны. Как выиграны? Ну а что плохого позиции? Да скорее проиграна все еще. Не, на E3 поставь. Ой, Вадим, на E3 поставь. Сейчас дайте посчитать чуть-чуть. Ну да, конь D4 выигрывает. Что? Конь D4, слон F3. Конь D4, ферзь D4. А, ну да. Тишина. Давайте насладимся ей. Ну... Все равно я считаю, то, что позиция... Черт, как-то он удачно это... Зевнул. Так, конь E5 нельзя? Так, конь E5 можно, но... Король, ну, хороший король идет просто. Да он просто побьет на F3 и все, ладью. Ну вот, видишь? Видишь, Никит? Он просто побьет на F3. Загнется. Так, что у нас по материалу? Лишнее качество у черного белого? Ну, да. Ставь ловушки. После G6 нам все равно больше, чем вечный шаг не светит. Но ничего свел. Еще ничего не свел. Еще довольно. Далеко на ничей. Ферзь H8, король E7. Или F7. На F7 под G6. А на E7 под ферзь G7. По-моему, лучше под G6 встать. Сейчас вроде можно на E7, да? Ну да. Может, все-таки замотуем как-нибудь? Да, конь придет на D4, дадим мат. Вот он момент. Надо брать. Надо коня вести. Да, но мы все время шаг с E5 получим, когда начнем коня вести. Знаешь, в чем дело? Может быть, как-нибудь заманить на... Ой, ну да. 55 секунд. Да, я вижу. Растащить нельзя и поставить мат по первой. Ну, растащить? Ну, я пытаюсь. Ферзь E5. Не очень, не самый удачный способ, может быть. Может и нормально. Король там на B6 неплохо спрячется. Шах нет, походу. Пока нету, да. Просто у черных матов нету тоже. Не растаскивается. Ну, коня надо вести куда-нибудь на B4. Я плодец А2. А, он идет туда. Да, конь B4 допускает ферзь E5. Ты что, вечный шаг тогда? А как же ферзь E5? Не знаю пока. 20 секунд, Никита. Нормально. Так, давайте посчитаем ферзь E5, король C6. А, и на B2 он бьет, да?
Он D3. Неплохо. Тройной удар. Проблемки у черных, у белых. А черный просто грозит. Ну, мата... Кирилл, если я сейчас съем потерял, ты будешь достукивать. А ты уверен, что съешь материал? Только если я съем материал, да. Все, мы можем достукивать? Нет, пока. Ты можешь неправильно достучать. Все, достукивай. Окей, ребятки. Пошла жара, наш план прост. Да, на Б3. На Б3 в крайнем случае успей забрать там. Нет, я хочу выиграть партию, это будет обидно. Ну быстрее выигрывать, это мало времени. На Б3 забери, начать. Все, три лишних пешки, пошла. Где их? Так, ребята, реализация. Блин, Кирилл, что ты делаешь? Ясь. О боже. Эй! Я на Ческоме недавно 6 друзей. О, как тяжело. Ну, такой у меня компьютер. Ну ничего, нормальная партия. Я сделал все, что мог. Такую тактику находил. С этим король B5. Проверьте, конь B4. Вот это все работало или нет? Я не знаю. Я у меня компьютер умрет. А. По виду неплохая идея, когда он C1 убрать, чтобы это не выигрывало ферзь D5. Не знаю, может и нет, но... Ладно, сойдет.